Итак, друзья, ну, вообще-то, конечно же, мы говорим о подсолнечнике, о масле, о том, что у нас внутри, но все-таки я чуть-чуть немножко сначала отклонюсь и расскажу о мировых трендах, потому что мы подсолнечного масла экспортируем больше, чем потребляем внутри. И поэтому, конечно же, конъюнктура масла во многом зависит от мирового рынка, а соответственно и подсолнечник, который у нас не вывозится, но он напрямую зависит от цены на масло. Масло, так сказать, это печка, от которой пляшет цена. Поэтому, вот посмотрите, это структура производства и торговли растительными маслами. И, как видите, здесь самое главное, самое большое – это пальмовое масло. Потом из трех жидких масел, конечно же, самое большое и важное – это соевое масло. Далее в производстве это рапсовое масло. Ну, в торговле подсолнечное масло несколько больше, чем рапсовое, но все равно рапсовое превосходит по своим объемам. А наше подсолнечное масло, которое является нашим основным товаром и в потреблении, и в экспорте, как видите, это 9% в производстве и 12% в торговле мировой. Вот такова структура того, где и как живет наше подсолнечное масло в мире. Поэтому, конечно же, в первую очередь я предлагаю посмотреть вам на то, что собой представляет торговля и конъюнктура пальмовым маслом. Во-первых, вот посмотрите, для оценки, ну, скажем так, направлений и фундаментальных тенденций конъюнктуры рынка, самая удобная вещь – это вот такой индикатор, называется отношение запасов к потреблению, stock to use, да? Конечные запасы, деленные на потребление. И если и когда этот индекс падает, то это значит, что дефицитный год, дефицитный сезон, и цены должны расти. Если этот индекс растет, увеличивается, ну, то есть увеличиваются запасы, и растут запасы быстрее, чем потребление, значит, рынок профицитный, и, что называется, цены вялые, может быть, даже падают. Ну, в общем, рынок такой никакой, будем так говорить. И вот Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов, USDA, они раз в месяц выпускают такие мировые обзоры о том, сколько в мире будет произведено того, другого, 5-го, 10-го, сколько будет в потреблении, в торговле, сколько запасов будет в конце сезона. И так это каждый месяц демонстрируется нам, и все биржевые или просто трейдеры наличного рынка реагируют на эти отчеты, дабы строить свою торговую политику. Ну, то есть, если, скажем так, Минсельхоз США показывает, что индекс растет, все продается, цены падают. Если он показывает, что индекс падает, то все наоборот, что называется, уходит в лонг, в длинную, и цены растут. Вот поэтому я вот внизу показал вот именно динамику этого индекса в зависимости от того, как начался сезон, и они предполагали, что в мае индекс пальмового масла будет расти, будет увеличиваться. То есть будут расти запасы, производство вырастет, потребление в меньших объемах. Ну и, в общем-то, все. Все плохо для конъюнктуры. Все хорошо для покупателя, все плохо для продавца. И этого, в общем-то, было достаточно, таких вот движений, для того, чтобы цены на пальмовое масло, вот посмотрите, это цены на пальмовое масло Малайзии с доставкой в Роттердам, упали с $1700-1800 за тонну, они упали до $1000 с доставкой в Роттердам с мая по июль
это, так сказать, падение случилось. Именно вот на таких новостях о том, что рынок в перспективе будет профицитным, и все, так сказать, будет плохо. Потом они, конечно, пересмотрели, передумали. И вот видите, уже, что называется, в декабре и в январе этот индекс, вот таким черным выделено, этот индекс стал снижаться по сравнению с прошлым сезоном. Он оказался ниже. И запасы пересчитали вниз. И как-то так все, ну, что называется, стало пободрее. Но единственное, только можно сказать, что это привело только к тому, что цены перестали падать, и они вот стабилизировались на уровне 900-920 долларов ФОП Малайзия, или же, что называется, около 1000, чуть больше с доставкой СИФ Роттердам. Все. Вот такой вот скучный, стабильный рынок. Можно сказать, даже так депрессивно стагнирующий рынок, без особого движения вверх или вниз. Все, так сказать, вышло на какую-то коридорную прямую и колеблется в этом ключе. Что же в перспективе? Вот именно в перспективе никаких движений вверх или вниз не видится. Не обозначено. И вот сейчас даже закончился китайский Новый год, вроде бы возобновилось движение и торговля, но в Европе, ну, в общем-то, наоборот, снижается спрос. Там иногда запрещаются определенные пальмовые фракции. И Индонезия, которая ввела вот этот вот биотопливный мандат, то есть они увеличили обязательное использование пальмового масла в биодизеле с 30 до 35%. Это, казалось бы, замечательный плюс для спроса и, соответственно, плюс цены. Но это просто компенсация того снижения, которое есть в ЕС. Дальше мы увидим важная вещь, потому что Индонезия и Малайзия – это мусульманские страны. Ну и там вообще мусульманский мир вокруг потребляет пальмовое масло. Будет Рамадан в марте-апреле. До и после будет спрос, но в период будет, что называется, очень такая убитая картина. Поэтому это и плюс, и минус компенсировали друг дружку. Ну и самое неприятное – это цены на нефть. Они, в общем-то, показывают скорее динамику в минус, учитывая то, что на азиатский рынок идет наша российская нефть с дисконтом. То есть это не тот, не те цены Brent, которые мы сейчас видим, там 80 с чем-то долларов, а минус 20, иногда минус 30 долларов. Поэтому плюсы компенсированы минусами, картина стабильная и совершенно скучная, безинтересная. Вот что такое у нас главный наш продукт, который будет по пальме немножко нас так держать без какого-либо движения вверх или вниз. Подсолнечник для, казалось бы, для индекса демонстрация идет позитивная по цене, в меньшей степени по маслу. Но почему? Потому что у нас в результате специальной военной операции, а мы и Украина главные, в общем-то, на рынке подсолнечника и подсолнечного масла, происходит такая закупорка сосудов. У нас накопились большие запасы и в России, и на украинских территориях. И сейчас они снижаются в процессе вот этого текущего сезона. И это, конечно же, позитив. Но запасы все равно очень большие, и это негатив. И этот негатив остается и будет до конца. Поэтому и здесь говорить о том, что какие-то есть замечательные такие плюшки или плюсики, нет, этого тоже, в общем-то, говорить нельзя. Рынок по подсолнечному маслу
А вот видите, демонстрирует индекс, совершенно стабилен и неинтересен. По соевому маслу и по соевым бобам аналогичная картина. Все ждали того, что, в общем-то, южное полушарие, которое сейчас начинает и входит в рынок, окажет определенный позитив для цен, потому что там снижается оценка по Аргентине. Но есть урожай Бразилии, который, в общем-то, накрывает это все и компенсирует с лихвой. И даже снижение урожая в Соединенных Штатах, там, наверное, об этом чуть попозже есть, это, в общем-то, компенсирует. Бразилия с суперрекордом. Рапс. Ну, это вообще, так сказать, разочарование сезона. Если в прошлом сезоне рапс и рапсовое масло были на высоте, в основном благодаря провалу в Канаде, канадская канола, как и все, как все сельхозпроизводство, и зерновые, и лен, и соя были в катастрофе из-за засухи в Канаде, то сейчас там все это восстановилось в средних объемах, и неплохой урожай тоже, в общем-то, в ЕС. И нормальный урожай на украинских территориях, который уже вывезен в ЕС, все это давит на рынок рапса, и рапс, в общем-то, падает, снижается, ну, как угодно можно назвать, жуткое разочарование сезона для всех, по цене я имею в виду. И так вот еще немножко так по Бразилии. Вот отмечу, вот эти вот 153 миллиона тонн бразильской сои. Да, вот они, даже если принять во внимание, что урожай Аргентины снизится до 36 миллионов тонн, как это предполагают местные аналитики, а не 45, как это видят в Вашингтоне, то все равно... бразильский урожай, который вон там почти на 25 миллионов тонн, даже где-то так, выше, чем в прошлом году, все это компенсирует. Почему? Потому что вот это явление, так называемое Эль-Ниньо, да, оно демонстрируется. В этом сезоне имеет противоположную фазу, фазу Ла-Нинья, которая очень хорошо и замечательно несет осадки в Австралию и Океанию и оказывает, наоборот, противоположное движение, явление в Южной Америке, засуха в Бразилии. Прошу прощения, в Аргентине. Засуха в Аргентине, а вот в Бразилии как раз-таки пока вот это Ла-Нинья ничего страшного не приносит, и Бразилия нам показывает урожай и по кукурузе, и по сои вполне-вполне неплохое. Я предполагаю, что новый урожай Бразилии начнется вот с цены где-то 570, может быть, даже 550 долларов. И это негатив. Это негатив для сои. Вот, коридор не очень сильно упавший, но все-таки понижательный коридор. И еще с учетом того, что фракт океанский несколько снижается, то доставка на европейский континент этой южноамериканской сои в принципе будет достаточно эффективным и приятным для покупателей, но не для продавцов, производителей. Что касается, еще раз возвращаясь к подсолнечнику. Здесь вот как раз-таки, и так вот я рассказал о том, что негатив страшный, ужасный по рапсу, совершенно стабильная картина по пальмовому маслу и, в принципе, стабильная с некоторой депрессией по соевым бобам и по соевому маслу, то по подсолнечнику и по подсолнечному маслу, в общем-то, есть определенный такой небольшой плюсик в перспективе, который будет исходить из того, что вот эта оценка 16,5 миллионов тонн по нашему урожаю для USDA, это так они считают, вот на самом деле это завышенная цифра,
мы соберем меньше. И если и когда, или, скажем так, тогда, когда это станет ясно для трейдеров мировых из очередных репортов USDA и из наших данных, то тогда рынок, в общем-то, пересчитается, и общий урожай мировой подсолнечника, ну, будет пересчитан вниз, а значит получит некоторую такую дополнительную порцию позитива по цене. Урожай меньше, цена выше, сами знаете. Дальше. Это, конечно же, плюс, если бы не зерновая сделка, там вот я написал украинский демпинг. Вот что такое зерновая сделка? Помпослично. Все говорят, что это, в общем-то, гуманитарная вещь, но не все, а основные политики, особенно на Украине и в ЕС. Говорят, что это гуманитарная, как такая вот миссия. Надо накормить бедные страны. Ничего бедным странам по масличным не достанется, не достается. Это обычный коммерческий процесс. Естественно, нормальная коммерческая вещь, которая в основном идет в Испанию, в Турцию, в Индию, но только не в Китай, но только не в бедные страны. Вот видите, они уже более 1 000 000 тонн масла отэкспортировали. Кстати, мы меньше отэкспортировали, чем Украина по одному только зеленому коридору, не считая то, что она с железкой идет в ЕС цистернами. И куда? Индия, Турция, Китай, Италия, Испания, Румыния. Где бедные страны? Где-то тут бедных стран и не найдете. И самое неприятное, это не то, что ладно, пускай они это все коммерчески продают куда надо. Самое неприятное, что как только начался этот зерновой коридор с 1 августа, и по зерну, и по маслу, это демпинг. Эти цены ниже, чем какие бы то ни было на Черноморском побережье. Но вот сейчас, допустим, наше подсолнечное масло стоит 1140 долларов ФОП Новороссийск, а у них ФОП Одесса стоит 1090 и даже ниже. То есть они постоянно продают дешевле, чем мы. Вот представляете, как продавать серьезный объем, когда сосед рядом стоит и продает дешевле. Ты опускаешься на 5-10 долларов, а он еще опустился. Ты еще опустился, а он дальше опускается в цене. То есть, всегда, постоянно ниже по цене. Ну, это как... Вот я специально написал, что демпинг Украины в данном случае – это ужас без конца. И по зерну та же самая ситуация. Пшеница, ячмень, кукуруза стоит в цене ниже, чем наша. И как только мы пытаемся чуть-чуть продать, ну, допустим, там на 2 доллара ниже, они опускаются на эти 2, 3, 5 долларов еще ниже. Ну, почему? Потому что, в общем-то, это продажа последнего дня. После, как это, на следующий сезон хоть потоп, но надо этот реализовать. А что будет завтра? Да не важно, что будет завтра для украинских трейдеров. И это длится не просто долго, а очень долго. И главное, мы думали, что выпуск будет меньше, на украинских территориях экспорт будет меньше. Допустим, там 3,5 миллиона тонн отэкспортируют они, 3,7 российское масло. Но с каждым месяцем они пересчитывают свои потенции вверх. То есть, опять-таки, где же остановка этому ужасу? Он когда-нибудь кончится? Нет, он не кончается. Наоборот, он крепчает, этот ужас. А вот там агентство АПК «Информ», они вообще пересмотрели вверх выпуск масла. И если это будет, то тогда они выпустят... Сейчас вот отэкспортировали 1,5 миллиона тонн. Впереди еще 2,2. А если будет это более 4 миллионов тонн, то тогда они еще больше отэкспортируют. То есть это никогда не кончится. Они будут стоять с огромными объемами и с более дешевым маслом и давить на рынок масла. Увы.
Вот такая вот неприятная вещь. Поэтому я полагаю, что вот нарисовал прогнозные цены СИФ Роттердам, прошу прощения, ФОП Роттердам, это печка, от которой все пляшут, ценовые индексы по маслам. Это будет снижение по сравнению в среднем с прошлым сезоном по всем жидким маслам. Соевое масло будет дороже всех, рапсовое дешевле, чем подсолнечное. Не намного, но дешевле. И сейчас это так и наблюдается. И это тоже еще негатив. И подсолнечное масло снизится, вот, так сказать, по сравнению с, да, даже с сезоном 2020-2021 года. Но все равно будут достаточно приличные, неплохие цены. О них чуть попозже. Итак, что у нас? У нас Росстат показал, что мы собрали 14,5 миллионов тонн подсолнечника. Мы все понимаем, что это не совсем еще финал. Есть подсолнечник, который остался в полях. Его судьба пока под вопросом. Сейчас идет уборка и в Черноземье, и в Поволжье, и даже на юге. Я полагаю, что этот итоговый урожай будет в размере 15,5-16 миллионов тонн. Ну, вот там в среднем 15,75. Что касается сои, рапса и льна, мы имеем, ну, так сказать, рекордные показатели, там это совершенно однозначно. Здесь же рекорд может, в принципе, состояться в подсолнечнике, но есть вопрос. Вот, так сказать, где это все в основном собрано по основным. Я не буду сейчас на этом слайде останавливаться. Посмотрим немножко дальше. В общем-то, почему я предполагаю, что нужно смотреть на цифру 15,5-16 миллионов тонн. Вот потому что наличие, вот смотрите, наличие в сельхозпредприятиях подсолнечника, оно такое совершенно нетипичная кривая, которая медленно росла, оказалась ниже, чем предыдущие сезоны, а сейчас выше, на 1 января наличие выше, хотя идет приличная активная переработка, но все равно выше, то есть идет медленное истощение запасов, потому что они пребывают довольно-таки активно, несмотря на то, что уборка должна бы уже закончиться. Но, учитывая то, что убрали на под Новый год всего лишь только 77% площадей, при этом в Поволжье только лишь 62% площадей убрано, а в некоторых регионах, там Оренбург, допустим, вообще 55%, по-моему. Нет, у меня там есть. В Центральном федеральном округе 86% убрано. Вот такая вот вещь. В бункере 15,8% намолотили. То есть, что еще будет впереди? Я вот полагаю, что в Центральном федеральном округе еще плюс где-то 300 и более тысяч тонн придет зимнего урожая. И самое главное, это где-то 1 000 000 тонн Поволжья. Если когда это придет на рынок, конечно, все под вопросом, что это за качество там. Но все равно плохое, хорошее, когда где-то 1,3 миллион тонн приходит, то это существенно сказывается на рынке, на покупателях, потребителях, на всем. И вот эта кривая, она будет стоять выше, чем прошлые сезоны, кривая наличия, и, соответственно, давить на рынок без возможности поднять цены. Ну, вот это вот переработка какая, это в календарном виде, это выпуск масла по сезонам. Как видите, конечно же, сейчас идет выше, чем в прошлом сезоне, но не так, чтобы уж очень существенно. Я думаю, что основное такое превышение будет именно во второй половине сезона.
Итак, если говорить про баланс, то я предполагаю, что вот если урожай составит не 14,5, а 15,7, скажем, 15,8 миллиона тонн, то на переработку уйдет 14,5-14,6. Запасы, конечно, пока останутся высокие, немножко ниже, чем стартовые. Стартовые почти миллион тонн у нас, кстати, были. И это снижение, в общем-то, да, ну, позитивно, но не очень сильно, так сказать, как картину изменит в плюс цене. Главное это вот в масле. Сможем ли мы отэкспортировать 3,8-3,9 миллиона тонн масла? Это вопрос, это пока еще не готовая такая ясная вещь, но это надо обязательно сделать для того, чтобы мы не залились маслом, это раз, и не завалились подсолнечником, это два. Потому что, вообще-то, ну, как сказать, остатки в масле, они обычно не бывают, остатки бывают в сырье. Так. Вот пока как идет экспорт масла. Где-то чуть более миллиона тонн уже отэкспортировали. Но, честно говоря, надо, конечно, делать выше, больше. Вот эта вот кривая должна быть существенно выше. На полмиллиона тонн она должна быть выше, чем в итоге оказаться, чем это было в прошлом году. Ну, это просто такие демонстрации уже того, что было в разных сезонах. Сейчас, как вы знаете, наверное, экспортная пошлина на масло ноль. Уже с октября стоит, и на февраль тоже такая, слава богу. Но наш рот, в общем-то, она есть. Но как бы то ни было, мы, вот исходя из тех прогнозов, которые я нарисовал по Роттердаму, полагаю, что наши экспортные цены снизятся где-то на 24-25% в среднем от прошлого сезона. Вот, так сказать, эти вот прямые – это средние данные, а это, так сказать, текущий ценник. При этом, если средний – 1175, в первой половине сезона у нас цифры были выше – даже 1300 было и так далее, то это значит, что во второй половине сезона, конечно же, цены будут ниже, чем этот средний уровень. Ну и, может быть, так сказать, будем колебаться в коридоре 1050-1100 долларов за тонну. Это было бы еще, слава богу, хорошо. И вот проводил в июле в Санкт-Петербурге конференцию Балтийскую зерновую. И там нарисовал прогноз, что вот зона парковки цены будет, к сожалению, в районе там 25 тысяч рублей за тонну по подсолнечнику. Ну, как видите, так оно и вышло, даже немножко нырнуло ниже. А сейчас идет такой ренессанс. И идет, в общем-то, позитив по цене на подсолнечник, который, я полагаю, вот при такой цене на масло 77-80 тысяч рублей за тонну, имеет еще дополнительный ход вверх. Почему? Потому что вот это вот соотношение такое, видите, серенькое, соотношение цены масла к подсолнечнику, в общем-то, традиционно, если оно находится на уровне 2,3-2,4 коэффициент. Вот в зоне парковки оно находилось на уровне 3, потом 2,9, сейчас где-то 2,6-2,5. В общем-то, все равно это говорит о том, что цена при такой цене на масло, цена на подсолнечник занижена. Вот эти вот коэффициенты, они в ущерб сырью.
И если и когда сохранится текущий ценник на подсолнечное масло, а я полагаю, что он сохранится, исходя из того, какой сейчас курс рубля, и исходя из вот этих вот рассказанных предварительно стабильных коридоров на цен на масло, то, соответственно, цена на подсолнечник должна будет немножко подрасти, особенно учитывая то, что вот цена на шрот не демонстрирует снижение, а наоборот тоже немножко поднимается там, к уровню 13, 14, 15 тысяч рублей за тонну с НДС. То есть шрот не является якорем, а наоборот, в общем-то, выступает такой прибылью. Следовательно, в общем-то, 1000, 2000, 3000 рублей по подсолнечнику еще вполне реальная такая перспектива для роста. Дальше, конечно, уже это будет сложнее, именно благодаря тому, что будет подходить этот зимний урожай. Ну, вот я тут написал, что, как я вижу вот этими стрелками, что по рапсу разочарование сезона, да, но только единственное, сейчас надо отметить, сегодня появилось сообщение о том, что сохранится текущая картина по экспорту рапса. То есть мы ждали о том, что будет принято предложение, и рапс заколотят внутри гвоздями и, так сказать, пошлины в 30%. Сейчас вроде бы останется запрет на экспорт рапса, кроме как через сибирские ворота, через Забайкальск в Китай, а туда только сейчас и идет рапс, он туда разрешен с пошлиной в 6,5%, и уже сейчас где-то по декабрь отэкспортировано 82 тысячи тонн. Сейчас, я думаю, еще будет, ну, несколько больше уже 100 тысяч отэкспортировано в Китай рапса. И цена, соответственно, вот после такого сообщения на рапс перестала, как говорится, в Сибири стоять мертвым колом, а чуть-чуть приподнялась. Но это сибирский рапс. Наш рапс в европейской части России, в общем-то, держится на хорошем спросе там, содружества в основном и, так сказать, внутренних переработчиков. Соя также держится на высоком внутреннем спросе, и несмотря на негатив, который может быть на мировом рынке по соевым бобам, у нас он именно внутренним спросом поддерживается и, так сказать, не сильно крепнущим рублем, а даже иногда слабеющим рублем. Что касается вот подсолнечника, я уже сказал, в общем-то, 33 – это вполне, вот сейчас где-то около 30 в среднем, 33 на юге уже есть, и 33 может быть и в Черноземье, ну, в Поволжье, наверное, пока нет. Дай бог доберемся до 30 тысяч рублей за тонну в СНДС. Ну, вот до тех пор, так сказать, когда будет истощение запасов, то МЭЗы волей-неволей будут делиться вот этой очень высокой маржой, а у них сейчас была великолепнейшая маржа на переработке подсолнечника, теперь они будут ей немножко так делиться, и эта дележка будет переходить в цену на подсолнечник, ну, вот я уже говорил, что 1-2-3 тысячи рублей. Но потом стоп, дальше вряд ли. Ну, вот тут про курс уже тоже мы сейчас имеем интересную вещь. Значит, Центральный банк продает юани и с 50 миллиардов рублей продали юани, и сейчас 6 или 7, 7 февраля будут продавать еще больше, в 3 раза больше юаней. Но как-то странно, не знаю почему, курс должен укрепиться при таких-то движениях, а он 70, иногда даже 71. В общем-то, этот механизм, новое бюджетное правило, по которому Центральный банк продает по заявкам Минфина валюту, именно валюту юаней, пока действует, ну, несколько так неожиданно. Нету четкого ясного понимания у
биржевых брокеров по поводу того, куда и как движется с этими продажами валютный рынок. Ну, 70, наверное, это тот уровень, который более-менее комфортен всем. Может быть, так оно и будет дергаться. Ну, еще есть одна негативная сторона, существенно негативная сторона. Вы, наверное, ее сами очень сильно ощущаете на юге. Это приходящий с новых регионов подсолнечник, который приходит по цене существенно ниже, чем текущие у внутренних старых, у старых регионов России. Насколько это и как? В общем-то, я думаю, эта картина уже, так сказать, стабилизировалась и сложилась. Я полагаю, что вот эти четыре области, они производят 20% прошлой бывшей Украины. Это много. Это очень подсолнечный регион, надо сказать. Но сейчас это в размере где-то 2 миллиона тонн. По сути дела, уже это учтено могучим урожаем и ураганом. Ну и будет поступать, естественно, по цене там иногда на 40, иногда на 50% ниже, чем внутреннее у вас на югах. Ну, в общем-то, во многом этот фактор уже учтен и интегрирован в цену, в рыночную цену. И, ну, опять-таки, еще надо подчеркнуть, это еще один из стабилизирующих и закрывающих рынок, вот, так сказать, в текущих позициях.